А вы знали, что выставку «Мозаик» можно организовать не только в музее или культурном пространстве, но и в красивейшем соборе Санкт-Петербурга? Сегодня мы расскажем, что такое возможно. Всем привет! Меня зовут Кира, я преподаватель в студии мозаики «Сад Гранат». Наша новая выставка будет посвящена христианской тематике и будет называться «Сад земной и сад небесный» и будет проходить в Смольном соборе. В фокусе выставки будут различные символы, отсылающие к христианской традиции и отображенные в мозаичном искусстве. Символ – это знак, предмет, некий образ, который имеет дополнительный смысл, отличный от собственного содержания. Самые узнаваемые символы христианства – это крест, распятие, ихтис, лев, голубь и другие. Смысл многих символов известен на протяжении тысячелетий и веков и дошел до наших дней, оставаясь прежним или приобретая новые дополнительные варианты интерпретации. Мы ищем новые формы высказывания, опираясь на прежний опыт и подчеркиваем важность традиционного языка, языка христианской символики. Новый язык возможен через переосмысление исторического наследия, интерпретацию и личный духовный опыт. Если вам близка христианская тематика и важны ее ценности, и вы хотите проинтерпретировать древние символы через ваше собственное видение, то вы можете стать участником выставки «Сад земной и сад небесный». Подробная информация об участии вы найдете по ссылке в описании к видео. Открытие выставки пройдет 20 декабря 2024 года в Подцерковье Смольного собора. Будем рады видеть всех, чтобы показать результаты работы современных мозаичистов. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе мозаичных новостей, а также если вам интересна мозаика и искусство.